Что ты хочешь, Маруся? Ты ж только что ела. Жалко не детей. Раньше дети все время мне это делали формочками. Пока вот леплю печенье, расскажу вам, что моя бабушка никогда в жизни не носила передник и никогда не носила халат. У нее была мать, которая была парализована и лежала 15 лет, моя прабабушка. Она умерла, когда мне было 9 лет. Но я еще так испугалась. Мне не сказали, что она умерла. Положили ее в комнате, и занавеска была приоткрыта. Я подбежала, увидела. Был такой стресс у меня. Лучше бы сказали. Ну так вот, она никогда не носила передника и никогда не носила халат. У нее всегда было на ней платье. Помню, у нее было платьице замечательное. Оно было розовое с черной окантовочкой. Такое красивое. Очень удобно, когда этот лист есть. Вот красный у меня. К нему ничего абсолютно не прилипает. Рецепт этого печенья очень-очень простой. Не поверите. Но я когда училась в 6 классе, у нас был учебник по домоводству. И была очень хорошая учительница по домоводству. И мы пекли это печенье. Я испекла его дома. С 6 класса я пеку его всегда по одному и тому же рецепту. Всегда получается очень-очень вкусно. Я это домоводство храню до сих пор. Там есть все необходимые для человека знания. Представляете, как вот учили раньше? Что мы, выйдя со школы, все знали, все могли. И как шить что-то простое там было. Были уроки такие. И как приготовить что-то необходимое. Конечно, все это практика. Все это приходит с опытом, с годами. Но если у вас есть дети, привлекайте и мальчиков, и девочек к домоводству. Вот я и всегда, если лепила пельмени, или делала печенье, или пирожки, всегда привлекала детей. Помню, дочь моя уже вышла замуж и ушла жить на собственные хлеба, и остался со мной сын. Он идет кататься на коньках, а я ему его просила, помоги мне пельмени лепить. Но он забыл. Смотрю, прибегает ко мне, одетый уже в коньках, в куртке, в шапке. Встал быстро, накрутил мне шариков, и я сделала пельмени. Что детей надо привлекать. Теперь тоже любят пельмени. Называют их пельмеши. Я ему часто делаю и передаю. Ну, давно не делала, надо сделать. Теперь смажем печенье яйцом. Я не отделяю белок от желтка. Я когда работала в детском саду, я дома делала тесто, приносила его в детский сад. У нас были специальные такие вот коврики. Мы с детьми делали это печенье. Детям было 2-3 года. Боже, как они любили эти занятия. Потом мы несли на кухню, выпекали нам повара эти, это печенье. Домой забирали в кулечках угостить родителей. Это был такой праздник, вот когда урок по выпечке печенья. Я вам передать не могу. В школе я работала. Я как раз брала класс, и у меня моя дочка училась в этом классе. И мы тоже делали это печенье. Так такой восторг был. Родители звонили мне вечером, говорили, дети требуют печенья, дайте рецепт. А моя мама никогда печенье не печет. Ну так давайте вместе, вот и пеки теперь. Пекли такие смешные, боже мой, какие дети хорошие. Пока печется мое печенье, покажу вам книжку свою за 6 класс. Она у меня всегда под рукой. Представляете, этой книге 50 лет. Я всегда ей пользовалась и иногда тоже пользуюсь. Как люди раньше учили, как дети учились раньше. Вот. Видите, вот рецепт. Вот печенье готово. Я всегда узнаю о его готовности по запаху. Как только оно начинает пахнуть, ванилин пахнет, распространяется запах свежего теста по дому, значит, я сразу же его вынимаю. Не люблю очень зажаренного теста. Потом мое печенье будет гораздо темнее, чем ваше. Почему? Потому что у меня здесь половину цельной зерновой муки, и я еще вместо сахара кладу всегда фруктозу, для того, чтобы сахар не вредил организму. У вас печенье будет светлее по цвету.
Всем привет! Сегодня у нас идет дождь, и у нас отключили свет. Это обычное явление. Как только идет дождь или буря, или малейший ветер, у нас отключают электричество. Просто какая-то беда. Я его сняла белье, хотела его погладить, но получается, что из-за света я не могу этого сделать. Поэтому я решила использовать это время для того, чтобы вам рассказать одну интересную вещь, которой я занимаюсь очень много лет. Лет 30 назад я начала шить сама себе постельное белье. Это очень удобно, потому что мы спим каждый на двух подушках. 50 на 70 у меня подушки. И муж спит на двух подушках, я сплю на двух подушках. А все постельные комплекты, они рассчитаны в основном на две подушки, на две наволочки. Поэтому я очень давно уже стала шить постельное белье сама. У нас в Киеве на Петровке есть большой магазин тканей. И там есть в каждом отделе есть такой стенд, где продается... Ну, продаются ткани с оценкой. Вот я захожу в отдел постельного белья, подхожу к этому стенду и смотрю, какую постель я могу себе сейчас шить, из чего я могу ее пошить. Бывает, что в рулоне последние куски ткани, они немножко, сжались от давления, когда их сворачивали. Когда сворачивали, не заметили. Вот такой кусок идет на продажу в акции. Или там, допустим, осталось ткани, нужно на постельное белье, там, допустим, 10 метров, да? А ткани осталось 5 метров там или еще меньше. Иногда я делаю постель из двух видов ткани. Вот сейчас вам покажу, как я шила. Это моя последняя была работа. Я шила в прошлом году это постельный набор. Значит, я взяла очень качественную, хорошую белоснежную ткань. Я очень хотела белое постельное белье. Сейчас это очень моде опять. Вот, но ткани такого куска белого не оказалось. Я сейчас смотрю по качеству, чтобы хорошее было качество, чтобы белье не скатывалось. Сейчас у нас не продается чистый хлопок, а продается в основном ткань, которая имеет какую-то добавку. Главное, чтобы эта добавка была качественная и чтобы она была в допустимых количествах, эта добавка. Вот тот постельный комплект, который я вам сейчас показываю, он 75% хлопка, 25% добавки, уже не помню какой. Значит, я сделала из двух кусков. Один очень мне яркий понравился, он тоже был в акции, его было мало. Шить постельный комплект я не смогла, поэтому я скомбинировала его с белым. А сейчас я вам покажу еще один постельный комплект, который я очень-очень люблю. Вот этому моему постельному набору уже 4 года. Вот я его шила тоже из ткани, которая была в акции. Здесь еще больше хлопка. Видите, здесь какая красивая, вот, красивый орнамент. Постель вся в слониках. Ткань комбинируется. Очень красивое постельное белье и очень качественное. Приятно очень спать под ним. Я вам советую, если вы умеете шить, то шейте постельное белье сами. У меня 5 наборов, которые шила сама. Я ими пользуюсь успешно. Но знаете как, я складываю в шкафу их в определенном порядке. И всегда вынимаю постельное белье, которое лежит ниже. Для того, чтобы все постельное у меня равномерно эксплуатировалось. Чтобы не было такого, что один комплект старый, уже не годен к употреблению, а какие-то еще новые. У меня все как бы одинаково эксплуатируется, поэтому мне это очень удобно и выгодно.